Добрый вечер, дорогие друзья. Как настроение? Уже, да? Отлично. Все готовы? Уверены? А вы готовы? Как всегда. Поехали. Перед вами группа Brevis Brass Band. Первый раз у нас в городе, ей очень нравится. Мы прогулялись, все очень прилично, хороший город, мы бы остались, но, извините, корпораты ждут. И у нас к вам следующее задание, так скажем. Сейчас мы сыграем очень знаменитую мелодию, ей лет 100, да? Если кто-то угадает, что это за мелодия, поедет с нами в тур по Чехословакии. Мы разыграем 2 билета с нами в тур по Чехословакии. Готовы? Да, поехали. Oh.
как-то удалось угадать? Нет! Как? Вы что? Это же очень легко. Что, никто не хочет с нами в Чехословакию? Ее, правда, нет, конечно, этой страны сейчас. Но в 25-м году она опять откроется для нас, для всех. Ладно, дорогие друзья, не будем вас томить и обманывать. Это наша авторская композиция, называется она «Вечеринка». И написал ее вот бородатый подросток Роман Егоров. Сейчас мы сыграем очень классную композицию, она практически уже русская народная, вы все ее знаете. В нашей группе она почему-то, по непонятным нам причинам, называется «Абхазия». Но к Абхазии она не имеет никакого отношения. Так что поем, да? Нам нужны ваши ладоши! Спасибо руководству филармонии за то, что привезли нас, и мы очень довольны. Спасибо всем. Кто участвовал? Thank you.
Спасибо, дорогие друзья. Спасибо.